там, как это мне все показать. Напомним, что одним из участников нашего фестиваля является... Близко, но нет. Не совсем. Да. Мне интересно на это посмотреть, если честно. Добрый день. Что можете рассказать о фестивале «Уличный дым» в Донецке? Могу рассказать, что он проходит очень эффективно, потому что мы уже 6 дней гуляем этот фестиваль. Люди очень довольны, никто не думает о том, что будет что-то плохо, либо что-то где-то происходит. У нас на горизонте каждый день слышны взрывы, провокации какие-то, но у нас есть 6 киловатт звука, которые забивают абсолютно любые шумы. Мы все тут довольны, нам все хорошо, людей очень много, никто не беспокоится, вообще никаких проблем. Народ отдыхает, Донецк, будем так говорить, ожил за последние 6 дней. А какие кухни представлены у вас здесь? Были и будут? Кухни представлены, как сказать, каждый день разная кухня представляется. То есть фестиваль построен на том, что мы выставили некоторые локации, несколько ресторанов в Москве. Для них каждый день ставится условие, чтобы специальное предложение было от их ресторана с определенной кухней. Сегодня, например, день кавказской кухни. Несколько ресторанов выставили неформатные, грубо говоря, вот у нас есть ресторан Аркадия, который он как бы и японскую подает, и мясо. Но сегодня они подают кавказские колбаски. А людей как развлекаете здесь? Какие конкурсы проходят? Проводим конкурсы, разыгрываем разные призы от наших партнеров, ресторанов, фастфудов. Разыгрываем призы от Рессервиса. Кстати, Рессервис – это главный организатор фестиваля уличной еды на этом фестивале в парке Сокол. Начался, вы можете угадывать, что они показывают. За каждый балл, кто наберет больше всех баллов, получит полметра скилл сам раз. В следующей версии поднимаем руку. Либо кричим «Ого-го!», а лучше кричим «Текила!». Как? Какой обруч? Кулаку! Как вам фестиваль уличной еды в Донецке? Очень нравится. Вообще, ну, как бы, первый раз такое в Донецке. И очень так все хорошо организаторы подготовили. Ну, даже это будет недельку, но люди как-то развеются от всех своих проблем, от этой войны. Более интересно проведут время. Впрочем, впрочем, следующей ночью, если захочешь, я опять у тебя. Спасибо! Здравствуйте, мы группа «Дети Донецка» из города Макеевки. Но «Дети Донецка». Но «Дети Донецка», да. Оказались мы здесь очень просто, то есть на фестиваль еды в парке «Сокол» был набор заявок. Ну и мы, так как играли и имели некоторый материал, то есть решили рискнуть, рискнули, выиграли. Пришли к успеху. Замечательно. То есть погода сегодня не очень хорошая, но людей все же много, да? Ну, вообще-то как бы мы сами удивлены. Когда ехали, думали, что пусто в парке, но мы приятно как бы удивились тому, что люди пришли. Да. Понедельник было больше, насколько... Да, кстати, в понедельник реально был просто фурор. То есть вы еще раз здесь выступали, да? Значит, уже второй раз здесь. Мы здесь второй раз, да. Замечательно. Фанатов много? Фанатов хватает. Хватает. Дети, женщины, старики.